Здравствуйте! Интернет-магазин «Умная игрушка» представляет игру «Крестики-нолики» для детей «Щенячий патруль». Дополните классическую версию игры новыми правилами. Соревнование в логике теперь проходит на полу и становится динамичным и непредсказуемым. Перед началом соберите установку с вращающимися табличками и украсьте ее наклейками. Игроки по очереди кидают мешочки, стараясь выбить изображение своего персонажа или помешать сопернику. Побеждает тот, кто первым соберет в ряд три картинки –